два варианта есть эвакуации с Азот. Первое, это если будет договоренность на высшем уровне, будет режим тишины, четко прописанный маршрут. И вот, вот даже без того, чтобы шаг вправо, шаг влево, четко по маршруту прошли, погрузились в автобусы и выехали. Это первое. И второе, если люди захотели бы, то гипотетически можно их пытаться эвакуировать, но это очень уже опасно. И на сегодняшний день безопаснее находиться действительно в укрытиях.